События последних лет, пандемия коронавируса и антироссийские санкции дали стимул для развития отечественного производства и фермерских хозяйств. В стране вырос спрос на мясную, рыбную и молочную продукцию с пометкой «Сделано в России». В городском округе Люберцы приобрести фермерские изделия можно на Малаховском рынке. Луиза Егиазарян оценила ассортимент. Первое, что бросается в глаза при входе на Малаховский рынок – яркая витрина с овощами и фруктами. В любой сезон и день недели на этих прилавках свежие вкусные плоды. Теперь всегда в наличии рыба и морепродукты. Недавно предприниматель из Астрахани открыл здесь свою торговую точку. В нашем ассортименте есть абсолютно все, как и копченая рыба, часть из которой мы сами коптим в Астрахани и сюда привозим. Часть покупаем у проверенных поставщиков. Если, допустим, взять там лосось, это Мурманск, осетр охлажденный, также вот белуга альбинос, одна из самых редчайших рыб вообще в мире, это все привозим из Астрахани. Всегда в наличии икраны, свежайшая, красная, черная и щучья. Что касается мяса и молочки, то на Малаховском рынке можно купить фермерскую продукцию. Большой выбор сыров изготавливают в подмосковной Гжеле. Особенность предприятия в том, что у него замкнутый цикл производства. Мы сами заготавливаем корма, сами выращиваем животных. И вот все, что вы видите, мы делаем тоже сами. Изначально все начиналось чисто с семьей. То есть вот сначала была семья, там пару коров и все. А дальше уже постепенно мы закупали коз в Америке, например. Ездили в Италию на обучение сыров. Итальянцы к нам приезжали. У нас итальянское оборудование закуплено. Постоянно ходим, потому что вот там творог, там это. Здесь вот там боски окра и так далее. Там рыбка, там кулинария. Ну, раз ходим, значит, нормальное. Если бы не было нормально, то бы не ходили. С 2012 года на этом месте был только ресторан «Поль Бейкер» и собственной пекарней. Во время пандемии коронавируса вокруг точки общепита стал развиваться продовольственный рынок. На сегодняшний день это полноценный комплекс, где можно найти продукцию на любой вкус. И даже мясные деликатесы и свежие сыры из Италии. Мы как бы позиционируемся тем, что мы вот все, что делаем своими руками, мы это сами едим, сами это любим, поэтому предлагаем это гостям. И то же самое относится к рынку. Все, что они сюда привозят, мы стараемся тоже использовать в наших продуктах. Там что-то из овощей, что-то из мяса, что-то из рыбы. Мы все это используем. Поэтому только качество и сервис люди могут получить. В настоящее время Малаховский рынок практически укомплектован. Скоро здесь откроют новые точки. В ассортимент добавят напитки, чай, кофе, конфеты и даже цветы. Для посетителей заведения обустроили удобную парковку. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.